Здравствуйте! Вы смотрите духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии Наталья Полянская. Сегодня проповедь о страшном суде. Мы расскажем про конференцию отцов, которая состоялась в 7-й школе города Новополоцка. В рубрике «Православие в вопросах и ответах» вы услышите мнение священника, почему чем выше божественное призвание, тем больше скорбей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, начинается еще одна подготовительная неделя к Великому посту. Неделя о страшном суде. И сегодня за божественной литургией мы с вами услышали особое евангельское повествование, где Господь в своей притче раскрывает нам тот момент нашей с вами жизни, когда придется стать у черты прожитой жизни. Когда взвесится вся наша жизнь. И где Господь, как судья, как пастырь, соберет своих овец, свое стадо и разделит их. Одних поставит по правую сторону, других по левую сторону. И это разделение будет связано с их жизнью, с образом их жизни. Господь говорит, что по правую сторону станут овцы, то есть те, кто напоил жаждущих, накормил алчущих, одел и помог больным, посетил тех, кто находится в темнице. А по левую сторону Господь поставит тех, кто это не сделал. Кто не построил свою жизнь ради любви ко всем, кто в этом нуждается. Потому что среди них стоит сам Господь. Ведь цель нашей с вами жизни христианской – приблизиться к Богу. Мы приходим в храм Божий. И здесь мы получаем столько средств для достижения любви, для того, чтобы научиться любить Творца, Бога. Мы учимся и молитве. Мы учимся и как-то встряхиваем себя, ограничиваем себя – благодаря времени поста, когда трудимся над своим телом, над своим умом. Братья и сестры, много среди нас людей, которые нуждаются в помощи. Ведь Господь на суде Божьем, вот мы слышим из этой притчи евангельской, спросит не о том, сколько мы там совершили молитв, сколько мы дней постояли в посте, а спросит за то, чему мы научились. Научились мы общаться с теми, кто в этом нуждается. И как мы к ним относимся? Ведь около нас очень много нуждающихся людей. Нуждающихся не только там в какой-то финансовой помощи или как-то в каком-то материальных нуждах, а просто нуждающиеся даже в слове общения. Ведь давайте посмотрим, как мы относимся даже к своим близким, к родным, к детям, к родителям. Действительно мы испытываем любовь, когда хотим что-то им помочь? Или мы же испытываем какую-то, ну, может быть, не жестокость, но жесткость в словах, какую-то грубость, когда мы обращаемся к своим детям и учим их так жить, как надо, там пытаемся что-то помочь не вопреки любви, которая бы изливалась из нашей души, а просто потому, что так надо. Вот они мои близкие, я должен им помочь. И дай Господи, чтобы мы услышали эту евангельскую притчу. И вот эти страшные слова, а всегда размышления о смерти. Вот когда совершается отпевание христианина, есть такие слова поются. «Плачу и рыдаю, когда размышляю о смерти». Действительно охватывает страх и ужас. «Что будет со мной?»
Вот чтобы этот страх и ужас о предстоящем как-то изменил нас с вами, изменил внутреннее наше бытие. И будем просить слезно у Бога, чтобы Господь укрепил нас веру, надежду и любовь. Аминь. В государственном учреждении образования средняя школа номер 7 города Новополоцка состоялась конференция отцов «Воспитание характера, грани ответственности». Одной из важнейших ценностей для личности на протяжении всей истории человечества, безусловно, была семья. Во все времена велико и ничем не заменимо место отца в семье. Авторитет отца значительно упал из-за сокращения доли участия его в семейных делах. Однако все равно отец – это сила, ум и опора семьи в житейских вопросах. Ежегодно 7-я Новополоцкая школа привлекает сильную половину человечества для обсуждения вопросов по воспитанию детей. Прежде всего, этим мероприятием мы хотим привлечь родительскую общественность к проблемам воспитания детей. Дети все очень разные – активные, творческие, спортивные. И у каждого ребенка есть свой характер. Но очень важно, чтобы именно отец принимал самое непосредственное участие в воспитании своего ребенка, сына или дочери. Для нас очень важно воспитать в ребенке милосердие, внимание к другим людям, душевность, ответственность. Ну и, конечно же, мы для этого привлекаем работников церкви, чтобы они очень глубоко, очень тонко все это объясняли нашим детям. Конференция отцов была не совсем обычной для слушателей. Это заключалось в том, что было много наглядного материала, поучительные притчи, видеоролики, фильм, а также выступления ученицы с мультимедийной презентацией «Мой папа самый лучший». Мой отец очень добрый и отзывчивый человек. Он всегда помогает людям в трудную минуту. И когда мне нужна помощь в чем-либо, он никогда не отказывает мне. О том, как с точки зрения духовности, религии, воспитать человека, способного к милосердию, состраданию, человека нравственного, администрация школы пригласила отца Александра. Есть в Священном Писании очень замечательные слова, что благословение родителей утверждает дома чад. Дело в том, что если родители, мама, папа, молятся за своих детей, если они их благословляют, если они их изначально учат вере и сопровождают их в течение своей жизни, то и у детей складывается жизнь. Есть заповедь Божия, которая говорит для детей: «Почитай отца и матерь твою. Да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле». Это рецепт долголетия и процветания всего общества. Если дети будут почитать старших, если они будут почитать своих родителей, то это будет радость не только для детей, но и для родителей. Это обоюдно. Когда мы сегодня говорим на эти темы, когда я сегодня прихожу в школу, к родителям, то тем самым я еще раз могу обратиться не только к ученикам, но и к родителям и сказать о том, что, конечно же, вера – это дар Божий, но вера рождается от слышания, от личного примера, от того, как мы живем, родители старше, как мы подаем личный пример. И если мы ведем праведный образ жизни, то и дети, воспринимая истины Божьи, дают добровольное согласие жить по этим истинам. И, соответственно, живя по Евангелию, становятся и добрыми христианами, и помощниками родителям, и добрыми членами общества. Дай Бог, чтобы Господь уразумил всех нас жить по христианским истинам и тем самым воспитывать наших детей. Как проявится характер человека и какие трудности ждут юноши на этапе жизненного пути, когда они попадают в армию, рассказал полковник запаса, ветеран войны в Афганистане Андрей Федорович Долгих.
Армия это воспитывает человека жить в коллективе. Но считаю, что каждый мужчина, если ему позволяет здоровье, должен пройти школу армии. Так обкатывается модель его поведения в коллективе. На воспитание характера большое влияние оказывает наличие учителей в лице старших товарищей, близких по духу родственников или просто хороших друзей. Но большая ответственность за воспитание характера ребенка, безусловно, возлагается на его родителей. Свое мнение о конференции высказал отец одного из учеников 7-й школы. Считаю, что такие конференции нужны. Они показывают разные стороны. Вот особенно вот приглашенные гости, они показывали каждый свой опыт, как бы вот опыт воспитания людей, свой жизненный опыт. И как бы это формирует общую картину о том, каким должен быть отец, настоящий отец. Тот отец, которым будет гордиться ребенок. Тот, на кого он будет стараться быть похожим, за которым он пойдет по жизни в плане характера и своих поступков, поведения. В семье обязательно нужны отец и мать. Ведь от матери дети получают нежность и чуткость к людям, а от отца – мужество и силу воли. Только сочетание этих качеств формирует полноценную личность. Формирование культуры семейных отношений является одной из приоритетных задач, решаемых в учреждении образования для достижения цели воспитания. В благодарность своим отцам творческие, яркие и талантливые дети подарили минуты радости концертными номерами. И в заключение учителю музыки была исполнена песня «Берегите своих детей». Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы с вами снова в рубрике «Вопросы и ответы». Почему чем выше божественное призвание, тем больше скорбей? Как и в любом деле, человек стремится к совершенству. И чем больше человек пытается познать, тем более сложно ему предстоит решать задачи. Так и в духовной жизни человек стремится к высшему совершенству, к богоподобию. И Господь посылает ему испытания, чтобы чему-то научиться, надо решать какие-то задачи. И Господь, зная каждого возможности, посылает по каждому по силам задачи. Но чем больше человек стремится, чем больше мы и посылается. Как в школе, с каждым классом мы решаем все более сложные задачи, чтобы чему-то научиться. Если посмотреть на жизнь святых, кажется, это было вообще невозможное по нашим меркам, терпели скорби. Многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие. Для обретения истинного смирения нам всем предстоит пройти каждому своим отмеренным Богом путем. Дай Боже только нам научиться жить по воле Божией. Ведь порой бывают скорби, которые мы сами себе создаем, если идем поперек воли Божией. Он каждому знает то, что необходимо пройти. Порой человек стремится вроде и к доброму, но не измеряя своих сил и испытывает какие-то, ну, может быть, ненужные для него скорби. Хотя и это Господь все исправляет к лучшему, чтобы вот только нам научиться. Мы говорим молитву «Отче наш, да будет воля Твоя». Но вот научиться жить по воле Божией необходимо каждому из нас. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Сегодня проповедь напомнила о том, чтобы человек хранил память о страшном суде,
о вечной жизни и не совершал тех поступков, которые потом будет жалеть. Мы рассказали вам, насколько важна роль отца в воспитании детей. В рубрике «Православие. В вопросах и ответах» вы услышали мнение священника, что Господь посылает каждому испытание по силам для обретения истинного смирения. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Наталья Полянская. До свидания. До встречи через неделю.